Так, ребята, всем привет. Это новая запись прохождения Сталкрафта. Пока я тут записывал предыдущий видос, бандиты меня настигли. И пришли на базу к вот этим чувакам. И в итоге тут случился заруб. И они друг друга перестреляли. Вот такая вот беда. Как бы никто не хотел крови, но она... Но она получилась, ребята. Никто от этого не застрахован никогда. Поэтому сейчас, наверное, мы скоро будем выдвигаться опять в путь. Ничто нам не может помешать. Единственное, что, наверное, стоит взять патронов для пистолета. О, 5.45. Наконец мне выпали эти патроны. Так, и мы перезаряжаем. Обойма полная. Окей, как мне посмотреть, сколько у меня этих патронов 5.45? Блин, это что значит, обойма что ли или что? Непонятно. Ладно. Сейчас опять будем двигаться через кордон. Не знаю, может быть и не продвинемся. И вообще, есть ли какие-то другие способы, никто не знает. Вот, наконец-то стали падать нужные патроны. Это не может не радовать. Так, ну тут по-любому какая-то нычка должна быть, судя по... ну, как бы, по сути вещей. Ну да, 5.45. Кстати, что я постоянно перетаскиваю? Надо просто было вот так фигачить двойным кликом. Все, и мы сейчас их разъебем. Сейчас мы их разъебем. Гранатки две. Ну, достаточно для того, чтобы устроить им анальный джихад. Это вот так называется. Давайте-ка, куда нам надо двигаться? Срачник. Ужас какой. Как тут на карте сделать, блядь, отметку? Непонятно. А, надо, наверное, просто идти там, куда я подох. Но это все равно не ответ на вопрос. На нах. Что из него? Срачник выпал. Нет, из него аптечка выпала. Так, а гранатку мы не положили в руку, что ли, да? Ведь, по идее, можно же сделать как-то так, чтобы она автоматически была в руке. Ну, или это нелогично? Допустим, запоминать, чтобы игра запоминала последнее слово. Блять, они с... Ёбаный рот, они с этих боков. Ладно. Сейчас мы убежим, потом мы их убьем. Даже, в принципе, здоровье само восстановилось. Оно у меня хорошее. Я не пью, не курю. Так. Блять. Сглазил. Сглазил, ребятушки. А, и у меня плюс всего 11 патронов осталось. Где он? Так, гранатку вам нахуй. Идите сюда, сукины дети. На, нах, ну как, погодите, я же ему прям в голову стреляю, ребята. В чем прикол? А, так я его убил. Тогда ладно, прощаю.
Может быть, просто зря я через этот кордон иду, и вообще игра не стоит свечи? Так, а тушенку чего не могу взять? Ладно. Меня сталкер убил, да? Ну ладно, иди нахуй. Убил и убил. Не так обидно, чем какой-то тебя бот убьет. И все, что я собрал, все это оказалось не нужно. Надо было собирать просто. Еще было бы удобной функцией, если бы разработчики просто вот так кликаешь, 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 и он разряжает. Это было бы, наверное, круче, мне кажется. Теперь нам топать дофига. А, я, кстати, на пистолет забыл. Надо пистолет было еще мне. Патроны на пистолет. 300x, 300 патронов. Ну, это типа овер дофига. Наверное, больше и не надо. А это кто? Я, кстати... А, нет, здесь-то мы были. Месть желуди 1 километр. Ну хорошо, чисто в теории. Не, ну тут по-любому через кордон надо как-то. Лагерь сталкеров. А, и возможная награда. Ну да, типа надо через кордон этот гребаный пройти. Тогда вопросов нет. Проще всего, ну да, сейчас надо вот так, и вот так, вот так, вот так, вот так, и прямо топать, топать, топать. В принципе, у меня всего 11 килограмм. И, кстати, когда мы не открываем корзину, или как это назвать, профиль игрока, он бежит, и анимация оружия, когда она трясется, да? А когда нажимаем Е... Почему-то вот, ну, так отдаленно видно, что нет этой анимации. Наверное, так и должно быть. Тем временем мы даже лишнее немножко перешли. Сейчас будет поворотик на вот такую дороженьку, да? Да. Да, все верно. И тут будет лагерь собак. Но мы от них убежим. Даже не собак, а кабанов. Но там кого-то из наших убили. Это плохо. А, они за нами и не бегут, между прочим. Так, ладно, это все ерунда. Блять. Ребята, нас хотят убить. И нам надо куда-то заныкаться. Вот так вот. Бинты нужны. Сейчас мы... У нас восстановится здоровье. Куда нам надо? Нам надо туда. Да.
А дальше куда? Сюда? Нет, наоборот, туда. Чего у меня по аптекам? Блин, их нету, ни хрена себе. Погодите, и мы сейчас, то есть, проебем все патроны, в принципе, которые купили, если мы сейчас умрем. Может, они сдохнут от этой самой, от электромагнитной хуйни вот этой? Пожалуйста, подохните. Фуф. Они же меня чуть не прикончили. И тут, в принципе, весь этот кордон, он утыкан собаками, блядь. Это жестко. Даже пни квадратные, офигенно, да? Так, ну надо проще тогда мне их сразу убить. Я так предполагаю. Блять, да хуй бы там плавал. Быстрее они тебя убьют. Ай, ну кстати, они не очень-то и убиваются. Это надо потратить на каждую собаку по обойме патронов. Вот прикольно, если бы не из нее бы выпадал бы что-нибудь такое, типа там бутылки водки. Блин, я же жестоко, по идее, обращаюсь с животными. А с другой стороны, это могут быть какие-то шакалистые собаки, там, больные бешенством, например, ребята. Не исключено же и такое. А, кстати, мы, наверное, сейчас... Так, это наши вроде пацаны, да? Наверное, сейчас надо на старое место смерти вернуться. Может быть, там можно будет взять... Типа, может быть, там что-нибудь останется от меня. Как в песне Юрия Шевчука. Так. Блять. Ты пошла нахер. Куда ты, трусливая собака? Так, 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 так. Здесь я умер, да, и уже ничего. Тут, конечно, можно так собирать, собирать, как бы с миру по нитке. Но мне, по идее, хорошо бы, блин, зря я не достал гранаток. Отсюда, ну, в принципе, гранатки, ну, можно как-то. Ну, тут это надо пройти, я не знаю, сколько надо пройти, чтобы эти гранатки здесь найти. А это что такое, логово собак? Почему оно зелененькое? А, типа я его убил.
Сколько у меня аптек? Нет, нам надо по-любому сейчас пошкериться здесь по этим райончикам. И... Блин. И, короче, всякие вот эти тайнички, патронов понабрать там. Аптек. Потому что, чтобы... Убить этот кордон, там надо, короче, немало собрать всего. Ну вот, на пистолет взять патронов. Всякие рюкзаки пообыскивать. Ну, по-моему, ну да, тут уже ничего нет. Мы же тут, в принципе, уже ходили, как бы... Тропочки-то изведанные. С другой стороны, может быть, тут все регенится, никто же не знает. Ну. Ну да, тут уже ничего нету. Нечего тут делать, как бы. Ладно, тогда надо топать на кордон. Надо как-то про... Слушайте, а что если тупо пробежать? Блин, тут нет такой штуки сохраниться. Как, знаете, такая шутка, типа, ходила раньше, что как хочется выбрать Жириновского президентом, но перед этим нажать кнопку «Сохранить». Так, ну минус один. И даже... Так, мы истекаем кровью. Не истекаем. Блять! А, так это еще и сталкер. Хреново. Хреново, хреново. Персональный склад. И на этот раз у меня вообще нет ничего. Еще всего у меня 500 рублей. Блин, печально, печально, печально. Так. А вот этот вот каштан, его нельзя как-нибудь в какую-то руку? Нельзя. Так. И что нам нужно еще? Гранатки, конечно же. Та-та-та-та-та-та. Ну и, наверное, надо еще аптечки. Музыка хорошая. Так, что нам еще нужно? Нужно. Ну, пистолетных патронов давайте. Ну, вот так. Такой конфиг. И вообще напишите в комментариях, может быть, зря я на этот кордон иду, может быть, есть какие-то еще пути. Ведь погодите, ведь как-то мы же сюда плюс-минус мирно пришли.
Блин, а может быть нам нужно вообще, нахрен мы туда идем постоянно? Может быть нам надо вот сюда? Давайте-ка так попробуем. Потому что можно, конечно, биться лбом как бы в бетонную стену, но это не всегда приносит пользу. Это не всегда приносит пользу. Так, что это тут у него? Фигня всякая. Ну вот мы, кстати, почти пришли. Блин, наверное, надо так сразу надо так было и делать. Это все свои. Ну вот. Да, мы так и пришли, все правильно. Надо было методом логики действовать. Мы много времени потратили напрасно. Потому что если как-то мы пришли и никакие кордоны не проходили, ну значит так и надо было топать. А, или подождите, или нас там радиация настигла, да? Водка есть у нас? Водки нет. Вот так, если я пойду, меня сейчас ебанет радиация? Нет. Ха-ха-ха-ха. Тогда сейчас идем. То есть она-то только там наверху. Вот там радиация, и вот там. А внизу нет ее. Значит, сейчас просто идем спокойно. Заходим в локацию. Так. Зашли в локацию. А, все. Не надо ждать загрузки. Окей. Теперь нам где-то надо приблизительно вот в ту степь. Причем тут на карте никаких ни кабанов, ничего нету. Странно даже как-то, да? А, тут есть лагерь сталкеров противников. Нет, но он дофига далеко. Это вообще не про нашу душу как бы. И вообще тут как-то пока что пустынно. Какие-то, а эти радиационные поганки растут на деревьях, освещая наш млечный путь. Так, а тут дофига всяких злых монстров, да? А нам надо сюда, через всех этих монстров. Нет, мы пойдем другой дорогой. Мы вот так немножко обойдем. Да, ребята, мы сглупили. Не надо нам было так делать. Надо было сразу просто пойти спокойной дорожкой. Вот и все. Блять, 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 блять. Все, пизда. Погодите, и что нам заново, типа с нуля? Блять. Нас убил тушканчик.
Заебался я умирать. Как не умер? Как разучиться умирать в этой игре? У меня мало уже всего. Патронов нет, уже ничего нету. Аптеки опять нужны, это что такое? Ладно, сейчас последняя попыточка. Если не получится, тогда уже в другой серии. Так, а водка есть тут? У меня, блин, водки даже нету. А, есть водка. Водку кладем, патроны кладем, пистолет. Ну и все. И сейчас тупо бежим. Бегим, бегим, бегим. Смерть 2 минуты назад. Ну вот на эту смерть надо, наверное, топать. А, не совсем. Короче, тупо прямо надо херачить. Блять, опять эти тушканчики. А, нет, это собаки. Просто тупо убегаем от них нахуй. Бежим и не оглядываемся. И, кстати, у нас здоровье от них регенерируется. То есть главное, чтобы не было этого кровяного подтека. Вот тогда плохо. А так, ничего. Ничего страшного. Че, они все бегут за нами? Да, блять, все еще бегут, черти. А чё, вот эти сталкеры-боты, они даже их не хотят это, убивать? А, вот, помогли хоть. А. Чёрт. Надо его поблагодарить. Чётка, как тебе чётка? Благодарю, начальник. Моё тебе мерси. Моё тебе мерси. Хоть один неравнодушный человек в этой игре. Респект ему до земли. И мое почтение. Все, гоним дальше. Блин, тут и не разберешь, как бы это пройти. Слушайте, а я, кажется, понял. Надо проходить вот сюда, болото Кордон, а потом прям прямой дороженькой к Кордону. Ну, так, наверное, надо будет лучше. Так будет лучше, поэтому мы сейчас идем. Ну, вообще, нам надо куда-то вот туда, да. Желательно минуя всяких этих уродских, ну, собак, вот этих вот грызунов, как их там называют, я забыл. А, они вон уже. Чего, блядь? А, так это свой. Ладно, тогда мы сейчас по-другому поступим. Мы пока будем, пока не пересечемся с этими собаками, мы бежать не будем. То есть будем экономить выносливость.
Да, а теперь побежали. Так, вот кордон, а нам нужно не в него, нам нужно в соседний. Да, все верно. Все идет по плану, как пел один певец. Блять! И тут мы наебались. Ну ладно. Они же не побегут за нами в соседнюю локацию. Ведь правда же? Так, ладно, не побежали. Идти нам надо туда. Да. Ну как-то нам нужно так пройти, чтобы не подохнуть. Вот так штука, вот так номер. Блять, нахуя мы обратно? Да, пока идем так. Ну, по идее, блин, я могу быть неправ, но ведь по асфальтовой дорожке это типа самый безопасный путь, да? Или нет? А она кончилась. Так, и чё тут? Тут много всяких собак. Погодите, ребята, а это чё, глюк такой? Чё у меня весь интерфейс пропал? У меня нет сейчас интерфейса, сколько там чего, типа. Это же по-любому глюк, да? То есть, если мы сейчас условно выйдем... Отключиться. Войти в игру. Камон, как вернуть интерфейс? Так, короче, будет минутная пауза. Сейчас я на смартфоне напишу, как... И не погодите, или где-то тут есть, типа, кейсы, блядь, хуейсы. Это все не то. Настройки. Игра. Чувствительность, режим отображения, окно. Это все хуйня. Эффекты. Блин, сейчас я загуглю, ребята. Извините, что экран будет таким пустым. Как вернуть интерфейс Сталкрафт? Так, ну-ка. F1. Так, подождите. О, ни хрена себе! Ура! Короче, походу тут нету готовых ответов, как этих избежать этих тварей. Просто нужно тупо идти и надеяться на лучшее. О, зато... Блять. Подожди. Ага, вылезли. Так, плененные дважды. Мы почти тебя настигли. Ни хрена себе тут этих воронок. Просто какая-то прорва. Так, чё мы почти у цели. Блять!
Черт. А, я могу его так хуячить. Вот это смех. Так, погодите, а если к этому пленному подойду, типа плененному дважды, блядь, он меня, может быть, сможет... О! Вас поднимает Эриксон. Так, братан. Спасибо, бро. Родина тебя не забудет. Крутой чувак вообще. Сейчас мы его ебанем. В смысле, врагов этого чела. Вообще респект. Вот такие, ради таких людей надо играть в эту игру, а не ради чела там с ником Секс. Или какой там у него был ник. Связь потеряна. Ты что ли дуракол-то? Я должен это сделать. Не, ну прикончим его, да? Типа. Типа мы его убили, что ли, да? Ну да, его нету. Хотя, по идее, должен был труп валяться. Помидорчики какие! Ну! Блин, без этого челика, который нас поднял. Наверное, этот серию назову эту «Мир не без добрых людей». Вот так. Потому что мир не без добрых людей. Вот. Так, а как отсюда выйти, скажите мне? Может, через холодильник? Никто не знает. Или через окно? Что-то я никак выбраться не могу. Печка какая. Ни хрена себе, квадратные дрова, видали? Ладно, это уже не смешно. Как выбраться? Блять, дверь, а как она отпирается-то? Или это глюк такой? Сюда нельзя. Уходи отсюда. Бродяга однажды, бродяга навсегда. Цитатки Джейсона Стэтхэма. Другими словами. Ну это глюк. Чё она не открывается-то? А, так надо, подождите, прикончить дракола 0-1. Он чё, типа, где-то спрятался, что ли? Я не пойму. Может быть, в печке? Ну, в чём прикол-то? Я не понял. Типа, из комнаты мы выйти не можем. Вот тут нету, типа, нажмите букву, там все такое. Так. Он, типа, шкерится, что ли, в шкафу, и надо... Ну вот, типа, якобы он прям... прям якобы здесь, да? А, в подвале этот... Шнырь. Сейчас мы его ёбнем. Чуть не убил нас. Но теперь задача еще сложнее. Все это пронести и не подохнуть, и отдать ухо дракола. Хотя, по идее, если мы умрем, то мы... Блин, может быть, ухо останется с нами, и мы зареспаунимся? Вот это прикол. Блять.
Надо куда-нибудь топать, главное прочь, как говорится, а там все равно. А там, блядь, там стоянка этих противников наших, нихера себе. Сейчас ведь нам надо обратно. Ну да. Но через кордон, блядь, через кордон, конечно же, мы не пойдем. Я вот нажимаю на С, а оно хоть нажимается или нет? Блин, а почему не нажимается? То есть я плохо нажимал, что ли? Долго нам еще так? Нет, недолго. А, блин, ну нам кажется, надо вот сюда. Да, иначе мы не выйдем, там нас будет сковывать тяжелая боль. Блять. Давайте. Ладно, некогда. Топаем отсюда. Здесь радиация у нас, да. Ну, ладно, тогда надо нам бутылочку водочки, блядь. Тут эти пидоры. Использовать, ну, по-моему, нас это уже, наверное, не спасет. Ну да, мы сдохли. Так, погодите. Только не говорите мне, что... О, фу, ухо осталось. Это все, что нам надо до сегодня. Может быть, даже хорошо, что они нас убили. Теперь надо этому пацану их отдать, типа, да? И формально у нас даже патронов ни от чего нету, да? Да. Ну, нам главное сейчас просто отдать и все. Но он тут совсем рядом, по сравнению с тем, куда мы топали. А, и как-то мы шли, чтобы нас не убивали. Мы, по-моему, вот так прямо шли. А, еще, кстати, водочка действует, между прочим. У нее длительное действие, ну как в жизни. Некоторых... У некоторых она действует всю жизнь, как бы, вот так. Так. Сейчас нам где-то надо свернуть. В принципе, наверное, можем по этой дорожечке дотопать и там уже... Ну ладно, давайте вот так свернем. Я надеюсь, нас тут злоебучие кабаны не атакуют. Тут вроде их нету. При том, что мы вообще абсолютно пустые практически... Блять, суки. Я почти дошел, главное. А, ну это прям этот конкретный мудак. Ладно, конечно, нельзя так говорить. Я скорее это отношу к противнику, а не к
человеку, вот так. У меня особое оружие-то нету. Давайте вот это вставим в наши руки. Использовать. Блин, даже, наверное, много. Наверное, вот так надо. А, ну тут всего по два патрона, то есть не разгуляешься. Но какая мораль всей басни, что вот этой дорогой не надо топать, надо было как-то по-другому идти. Короче, ну тут так или иначе не угадаешь. Тут так или иначе не угадаешь. Потому что сейчас он может там находиться, а завтра он будет уже не там находиться. Так. Да, нормально. Долбит хорошо. Прикольная такая прицеливалка. Вау, я на ангаре. Так, а вот тут где-то надо быть очень осторожным. Даже, может быть, пока вот так вот. Не привлекать к себе внимания, так сказать. Блин, ну так медленно, короче. Не, лучше вот так. Так, вышка где-то там. Надо не привлекать внимания. Ну, благо, нас защищают деревья. Что он нам дает? 2000 рублей. Ну, мы, конечно, на это, на 150 наших смертей мы потратили гораздо больше всего. Ну, ладно. ВСГ вспышка. Ну, ладно, хоть так-то. И, кстати, я заметил, какое оружие ты используешь. Такое, в принципе, тебе и выпадает на всяких там этих случайных ящиках. Патроны такие выпадают. Так. Не видно его. Ну ладно. Господь с ним. Бог ему судья. А как открыть? А никак? Типа схрон, что ли, у нас? Ну, никак не открывается. Ладно, тогда побежали. Нам куда, в принципе, обратно, что ли, надо бежать? А, теперь до санитаров. Ну, ладно, наверное, дорогие друзья, до санитаров мы будем бежать в следующем культурном выпуске. Всем, кто был со мной на протяжении этих минут, большое спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем сюда нельзя. Всем до новых встреч, всем пока-пока и хорошего вам времяпрепровождения. Так, F7.